Так я готовлю перловку. Вот там у меня перловка, морковка, лук. Сверху ложила курицу, ну, посолила там все, сверху курица, курицу всю поперчить, посолить, ну, все, кто что любит. И заливаем водой. Это уже перловка почти подготовилась у меня. Уже вот вынула ее, уже она уже такая, надо ей доготовиться. Немножко добавила воды. Сейчас я беру сыр, нарезанный у меня сыр. И сыром покрываем верхнюю корочку. Вверх покрываем. Вот так вот. Вот, вот. Вот так вот. Вот, вот так вот. Мне неудобно. Одной рукой то делать, другой то. Вот, вот так вот покрываем корочку. Сырную делаем крышечку типа. Закрываем. Сейчас крышечка у меня есть. Закрываем и ставим в духовочку. На, уже убавив. Духовка была разогрета на 200 градусов. Сейчас мы убавили до 150. Еще будем томить, ну, минут, наверное, 15, может, 10. Чтобы маленько еще перловка подразошлась. Вот такое приятное будет блюдо. Вот. Сейчас сбоку покажу. Вот, видите, перловка. И сверху у нас курица, и сейчас сыр. Вот. Там еще морковочка, лучок, жир от курицы. Все это будет вкусненько, потом укладывается на тарелочку, и вкусно будет. Получается, у вас и гарнир, и это все вместе готовится. Все, забыла, что хотела сказать. Причем курица и перловка, все вместе. Второе получается блюдо вот такое вот. Приятного аппетита. Ням-нямушки, ням-ням.